Привет, друзья! В новом выпуске Cyberblock мы обсудим самые громкие решафлы этого месяца, подведем итоги первого сезона Warface Pro и чуть подробнее расскажем об уникальном турнире Indie Light Fantasy League. Желаем вам приятного просмотра! С 24 по 26 апреля прошли решающие сражения Warface Pro Season 1. Четыре лучшие команды по итогам Pro Masters боролись за титул первого чемпиона новой киберспортивной эпохи. Столько сенсационных результатов не было еще ни на одном финале, и мы рады их огласить. Коллектив Major Team впервые за свою карьеру стал чемпионом. Поздравляем их с заслуженной победой! Inroads — первая команда в истории проекта, которая сходу прошла все этапы и стала участницей финальной стадии. Repulse после серии проигрышей вновь поучаствовала в гранд-финале. А Crow Crowd AG закончила второй турнир подряд на последнем месте. Что же будет в следующих сезонах? С нетерпением ожидаем. После провала на турнире Pro Champions, коллектив Crow Crowd AG объявил, что их состав покидает Александр Хейнс. Теперь же на его месте отыгрывает Кирилл Фукузава Юкичи. Как вы считаете, смогут ли ребята в таком составе претендовать на звание чемпиона Warface Pro 2? Скоро узнаем. Состав PogChamp, победитель Warface Open Cup Season 15, заявила, что команду ждут нереальные изменения. Андрей, Шаолинь и Михаил Дина покидают коллектив вслед за Клаудом. Кемпель уже нашел себе новый состав, о котором мы расскажем позже. А Вадим, магистр Йода, пока что остается свободной птицей. Есть ли шанс того, что он будет собирать эту команду с нуля? Или же его пригласят в другую? Как вы считаете? Напишите в комментариях. В составе Eloquence происходит ряд изменений. Во-первых, они покинули киберспортивную организацию Silent Horror и вновь выступают под старым названием. Во-вторых, из команды ушли Divine и Mr. Mercedes. Их заменили игроки Громер и Сайрус. Желаем им продуктивной подготовки к следующим турнирам. На этом решафлы в профессиональных командах не заканчиваются. Первые чемпионы Warface Pro Major Team также решили обновить свой коллектив и поменять пятого игрока — Богдана Шейдос. Менеджер их коллектива прокомментировал это так. «У состава много проблем внутри игры, и с этим нужно что-то решать. Все старались и во многом на везении выиграли турнир, и был заметен прогресс, но в критические моменты матча нам постоянно чего-то не хватало. Богдан отлично зарекомендовал себя, чему я очень рад. Но так вышло, что именно он покидает нашу команду. Кто же к ним присоединился? Ранее ушедший игрок из PogChamp Кирилл Клауд. Как вы считаете, сможет ли он еще раз стать чемпионом с этим коллективом? Узнаем совсем скоро. Сражения в рамках Indie Light Fantasy League уже стартовали. Ознакомиться с капитанами команд и их составами вы можете на специальной промо-странице или в наших новостях, ссылки на которые есть в описании. Заходите на трансляции, поддерживайте участников и получайте крутые подарки. Бойцы! Каждый настоящий фанат киберспорта Warface следит за новостями в официальной турнирной группе. Для наших подписчиков мы составили кейс с классным содержимым, который поможет в бою как новичкам, так и профессионалам. А самые удачливые найдут в нем нашивку «Фанат киберспорта». Хотите поддержать участников турнира Indie Light Fantasy League и заполучить свой арсенал золотые версии популярных пушек? Выбирайте команду с любимым блогером, вводите кодовое слово и получайте крутые призы. Подробнее о содержимом можно узнать из нашей новости или в турнирной группе. Все ссылки находятся в описании. Fast Cup 9 — это турнир с отличными призами, в котором могут сыграть все, кроме участников Pro Masters. Прием заявок завершился, турнирная сетка сформирована, а игры за награды и титул чемпиона уже начались. Кстати, в этот раз на турнир зарегистрировалось рекордное количество участников — 2889 команд и 17329 игроков. Ну а вы, зрители, заходите на трансляцию и поддержите бойцов! Что еще вы хотели бы видеть в выпусках Cyberblock? Оставляйте свои комментарии и делитесь впечатлениями.
оставайтесь дома, играйте в Warface и будьте здоровы, друзья! Подписывайтесь на наши официальные каналы, следите за новостями. И удачи на полях сражений, бойцы! We came up out here hungry in these streets, so I'm about to teach my how to eat. Loyalty, we don't ever fall out over money. That's loyalty, that product moving fast.